Ему нужно, подходить к расчету. Мы же сейчас не говорим о том, мы говорим о логистике пока, о концепции логистики. Мы нашли сейчас самый главный принадлежность. Как это сделать? Валерий Васильевич, вот здесь, вот на этом пятачке скапливается. Вот машин некуда поставить. Да. Вот здесь. Теперь вот мы нашли куда поставить. Я молчу. Все, поэтому главное сейчас концепция логистики есть. Соответственно, понимание всех сторон есть. Приступаем к действию. Сейчас в совете директоров лежит подписанных два соглашения о том, что мы готовы городу передать этих два земельных участка. Полтора года с этим деремся. Ну понятно, но сейчас-то мы уже пришли к выводу. Полтора года не получается. Один они могут взять. Вот по 400 машин. Я еще раз, вот вы нам скажите, что нужно нам сделать. Вот компания под машину. Мы сейчас про стоянку говорим. Пойдете. Надо вот это ветхое развальное здание передать. Мы готовы, вот да. У нас документы подписаны. Пусть забирают, все. Сносят. Ну, наконец-то мы нашли решение. Мы передали два комплекса, это общежитие и комплекс зданий ФПК, передали в муниципалитет. Теперь они находятся в полном распоряжении города Саратова. Is it?